благодарю тебя, истинно. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не отверг меня грешника, но удостоил меня приобщиться святынь твоих. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься при чистых твоих и небесных даров ты удостоил, но владыка человеколюбец ради нас умерший, воскресший и даровавший нам эти страшные жертворящие твои тайны своего благодеяния и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы они были мне в исцелении души и тела. В отражении всякого врага, просвещение чей сердце моего, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь неисымерную, исполнение мудростью, соблюдение заповедей твоих, умножение божественной твоей благодати, твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый ими во священии твоем я всегда помнил милость твою и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодетеля, таким образом, уйдя из здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя. День непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне за причащение пречистых и животворящих твоих тайн. Молю же тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кром твоим и в тени крыльев твоих, и даруй мне чистую совестью до последнего моего вздоха, достойно причащаться святынь твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольную, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшие члены тела моего, все суставы внутренности, сердце, сожги терни всех моих согрешений. Душа очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе просвети пять главных чувств. Всего меня пригвози страхом пред тобой, всегда защищай, храняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова, очищай, намывай, устрояй меня, украшай, вразумляй, просвещай меня. Яви мне твои обители единого духа и уже не обители греха, чтобы убежали от меня по принятии причастия, всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Когда ты не за себя, тебе предстоит.